Торжества, посвященные выпуску учащихся 9 и 11 классов, состоялись и в Смоленской православной гимназии. Под сводами храма девушки и юноши получили аттестаты и награды из рук правящего архиерея Смоленской епархии. Рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий». Выпускной праздник Смоленской православной гимназии номер 1 начался с литургии, которую совершил епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. Его преосвященству сослужили директор гимназии протоиерей Святослав Худовеков, духовник гимназии иерей Сергий Нестеров, секретарь епархиального управления иеромонах Серафим Амельченко, духовенство кафедрального собора. За богослужением пел хор православной гимназии под руководством регента Оксаны Никишиной. Архипастырь поздравил ребят с успешной сдачей единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации, поблагодарил директора и педагогов за продуктивную работу и самоотверженный труд. Этот день всегда надолго вспоминается на всю жизнь. Этот день является окончанием очень важного периода в жизни, началом нового периода. В школе вас долгое время учили, как нужно жить, учили читать, учили считать, учили говорить на других языках. И вот теперь вы выходите в жизнь, чтобы применить все то, что вы здесь учили, на практике. Когда человек живет в школе, он живет, ну, как в некоторой скорлупе, в некотором инкубаторе. И вот закончилось это время созревания, роста, вы стали большими, взрослыми. И вы теперь выходите в жизнь, чтобы начать самим строить ее. После литургии епископ Пантелеимон и протоиерей Святослав Худовеков вручили выпускникам аттестаты, грамоты и памятные подарки. По результатам единого государственного экзамена выпускники 11 класса показали высокий уровень знаний. Две выпускницы гимназии, Мария Сорокина и Дарья Долотовская, за отличную учебу были удостоены золотых медалей. Мария Сорокина единственная в области набрала 100 баллов по информатике. Александра Демченкова и Дарья Долотовская, соответственно, 100 и 98 баллов по химии. Другие выпускники по различным предметам также оказались на высоте. Молодые люди получили также большое количество грамот, дипломов, победителей и призеров городских и областных олимпиад, всероссийских конкурсов. Среди особо почетных – диплом первой степени Российского совета олимпиады школьников по основам православной культуры, которым была награждена Ирина Степченкова. Выпускники 9 класса также показали высокие успехи в сдаче государственной итоговой аттестации. Дорогой Владыка, лицом нашей гимназии я хотела бы выразить вам благодарность за все то время, что вы провели с нами, за то, что вы дали нам теплоту сердца. И хотела бы принести вам дар.